Всем привет! Всем привет, Хаюшки! Мы сегодня с Ольгой наконец-то решили снять это видео, которое обещали я уже не знаю сколько. Ответы на вопросы. Вы часто спрашивали меня и Олю тоже на ее канале и под нашими видео. Как она устроилась, где работает, кем работает, сколько получает. И тут меня поперхнулась Лена. Потом, с кем живет. Ну, в общем, все интересно, как здесь все нравится ей. Много вопросов именно про жизнь здесь, про начало ее пути в Америке. И вот сейчас мы, да, постараемся ответить. Где-то что-то я встряну, но в основном это будет Ольга рассказывать. Давай с того, как ты-то приехала, как тебе здесь нравится, как ты устроилась. Я приехала 25-го я вылетела. Я не помню. Помню в августе, в конце августа. В конце июля. Июля? Да. Не в августе? Нет. 1 августа я была точно уже здесь. И 1 августа я пошла на уже очное собеседование к своему работодателю. Да, видите, как можно. 1 августа. То есть работу мы, Лена, нашла еще, когда я была в России, когда я знала, что я прошла уже собеседование, уже начали искать работу. Да, ну так просто, вот тут я встряну, потому что это меня касается. Когда Ольга должна была приехать, мы знали примерные даты, и вдруг это случайно так получилось, в группе в местной женщина-девушка пишет, что ей нужен работник. И я знаю, что Ольга приедет, я ей предложила, вот моя сестра приезжает, и как-то вот так вот все сошлось. И ей надо, и Ольге, да? Да, тут же. Да. И она просто подождала. Она говорит, хорошо, мы подождем ее. Даже они готовы были ждать. Созванивались вы еще, созванивались, да? Созванивались мы по скайпу, по ватсапу мы созванивались, говорили. Мы все обсудили, когда я приеду, что, как, опыт работы, в общем, полностью. Практически все мы договорились по телефону, скажем так, по видео. А уже очное, окончательное было, уже вот 1 августа я прилетела, и было собеседование, уже последнее. Работаю я по уходу за пожилыми людьми. Работа это государственная, то есть я работаю на государство. То есть это я не работаю на того человека, за которым я делаю уход, за которым я смотрю. Мне оплачивает это американское правительство, скажем так. Называется IHSS. Ну, в общем, организация, которая осуществляет вот этот вот, предоставляет пожилым уход и предоставляет работу тем, кто будет заботиться о пожилых. То есть выплачивает зарплату, да? Это все через них. Тот, кто... Провайдер, да, такой. Оплачивает мне мою работу. Мне не оплачивает ее пожилой человек, за которым я ухаживаю. Мне оплачивает ее вот именно вот эта организация. Эта организация, то есть она, еще раз повторюсь, она государственная. У меня есть профсоюз, вот, у меня есть страховка. Хорошая страховка. Вот те, кто работает по такой вот линии, по такой специальности, у них очень хорошее покрытие медицинской страховки. Туда много чего включается. Глаза, зрение, зубы и вообще все. То есть это идет отдельная страховка, и плюс в этот пакет входит по желанию, если ты хочешь, то ты добавляешь туда зубного и глазного. Угу. Вот. Вся эта страховка стоит $25 в месяц. Все остальное доплачивает именно вот организация, работодатель. Так, оплачивается. Моя работа оплачивается $14 в час. А у всех так? У любого? Да, в Калифорнии, да. В других штатах, по-моему, больше. В других штатах, по-моему, $15. Да? Да. Вот. Почему я не говорю, сколько я получаю?
потому что все получают по-разному. Это зависит от того, сколько положено вот эту, в общем, эта организация, она определяет, сколько нужно человеку ухода, сколько часов в месяц, вот. И там присылают специальные, я хотела взять с собой, так и не взяла эти, специальные, называется таймшит. Там по неделям идет вот распечатка, то есть каждые 2 недели я отсылаю этот таймшит, заполню, то есть я его заполняю в каждый день, сколько я отработала часов в неделю. Неделя, кстати, здесь начинается с воскресенья, если кто не знает, очень интересно, главное не путаться. Я проставляю свое количество часов, внизу пишу, сколько количества у меня в неделю, вот. Дальше ставит подпись моя бабушка, что да, действительно, я отработала эти часы. Вот число, подпись. Я ставлю число, подпись. Закрываю все это в конвертик, опять же, который они мне прислали. Вот. То есть они мне присылают письмо, в нем вот этот таймшит, конверт, в который я кладу свой таймшит заполненный. И опять отсылаю им по почте. Через 2 недели мне приходит опять новый таймшит на следующий, то есть, ну, период, да, на следующие 2 недели. И чек... За предыдущий период. Чек за предыдущий. То, что вот я отправила там шит, они посмотрели, у них там это все считывает машина, естественно. Мне положено столько, они считают, сколько у меня часов отработано, и присылают мне чек на заработанную мою зарплату. Да, но надо сказать, что тебе почему выгодно, да? Ты живешь бесплатно. Да. Тебе выгодно такая, даже если $14 в час, это все равно здесь очень дорогое жилье. Да. Что-то там горит. Кто-то вкусно очень что-то жарит. Может, пойдем к кому-нибудь в гости? Так вот, Ольге, можно сказать, повезло, потому что здесь самое дорогое это жилье. Она за него не платит и живет отдельно, да? Да. Может, расскажешь про это? Одно вот из условий найма вот на работу было то, что работа моя подразумевает под собой, что я должна находиться ну, практически весь день там. То есть начинаю в 7 часов утра и заканчиваю ну, почти в 9 часов вечера. Я, конечно, не все это время работаю, у меня есть очень большие перерывы. Вот. И, соответственно, живу я там, то есть жилье мне предоставлено. Это на территории большого дома стоит маленький, как гостевой домик. Это, по сути, с собой получается студия. Да, но она отдельно стоящая. То есть, да, то есть не в самом доме. Тебе нужно через улицу, ну, как бы через... Да, мне нужно пройти через двор. Угу. Вот. Это не в самом доме комната, это вот именно отдельное жилье. Что очень хорошо, что очень удобно. То есть ты не находишься постоянно все 24 часа на работе, как бы вот чисто психологически. Угу. Вот, потому что это очень трудно находиться все время на работе. В чужом месте, да? В чужом месте, с чужими людьми. Да. А тут ты как ушел, как бы ты уже в своем. Ты ушел, ты закрылся, как говорится, в норку. И все. Своя ванна, свой туалет, да, кухон. Да. Все в своем. То есть мне нужно в магазин, я пошла в магазин. И экономится очень много за счет жилья. Поэтому все, что заработала Ольга, неважно сколько, оно все у нее как бы и осталось, да? Оно у меня все идет в копилочку. Ну, на продукты там туда сюда, но все же это за жилье не платится, что очень хорошо. Все мы про работу. А, знаешь, что я хотела? Может быть, кому-то наверняка будет интересно про эту работу. Помнишь, как мы все это проходили, чтобы тебе оформиться? Да. Там получается. Нужно сначала пройти тренинг онлайн, там специальная ссылочка. Ты не помнишь, Лена? Ну, можно найти, если что. Если кому-то нужно будет, я под видео. Угу. Сначала проходится вот онлайн, просматриваешь, причем там вводятся все данные. Потом, после того, как это пройдено, просмотрено, там вообще ничего такого нет. Единственное, что там все на английском, на русском нет ничего абсолютно.
И там какие-то, я додумала, там будут чему-то обучать, там как, что. Нет, там говорят, на что ты имеешь права, и что ты делать не, как бы, ну, но там не еще, можешь. Там есть, как бы, в том, что как бы ты должен предоставить, что ты должен, что входит в твои обязанности, там, за уход за пожилым человеком, что ты должен, как бы, заботиться, что на тебе там ответственность, вот это все. Но это общие фразы. Да, да, ты просто посмотрел вот эти видеоролики, и потом, когда нам назначили еще прийти на общее, вот это помнишь? Да, общее. Целый зал был, нам назначили встречу, мы назначили встречу, и пришли туда, там было очень много народу, и говорили практически то же самое, что мы посмотрели до этого в видеоролике. Абсолютно то же самое говорили. Да, единственное, что мы потом там подписывали, да, бумаги, это какие-то нам дали. И потом выступали там тетечки такие с лозунгами. Ну, если, допустим, как по-русски-то сказать, мы сила, все такие, да. Она такая, не слышу, да. Такая, громче, да. Это они зазывали в профсоюз. Да, да. И в конце они ходили с ручечками, с блокнотом. Называется. В общем, там нужно было заполнить, опять же, свое имя, фамилия и все прочее, и вступить в профсоюз. Отказаться от этого очень нелегко. Да, они, они крайне настойчивы, они крайне напористо действуют. Мы со страху вступили. Ну, просто... Нам сказали, что потом можно отказаться без проблем. То есть мы заранее эту почву прозондировали, нам сказали, не вступайте, ничего не надо вам, это все. Ну, они нас, вот, прям насели на нас. Так, прям, ну, да. Там был такой напор нехилый. Мы думали, нас или сейчас тут съедят, или я подпишу. Но мы решили подписать, да, думаю. Отказаться можно всегда, ну, собственно, да. Стоит, по-моему, это удовольствие, если я не ошибаюсь, $45. Но с меня не сразу стали снимать. По $10 в месяц, они сказали. По 10 в месяц? Да. Что-то мне такое помнится. Они 45. Нет, это очень много, 45. По-моему, $10 она говорила. Я что-то вот... Уже давненько было. Ну, там все можно будет посмотреть. Mm-hmm. И можно, в принципе, отказаться, я думаю, кто посмелее. Нет, можно отказаться. Нет, можно и сейчас позвонить и отказаться, что я ухожу, выхожу, и все, и никаких проблем не будет. Вот. Но это просто нужно позвонить. Вот. С моим английским. Да. И после того, как мы все это прослушали, тебе дали бумаги, и потом мы поехали на отпечатки пальцев? Да, потом нам сказали, нужно прийти туда-то, туда-то, там назначить то-то, то-то. Я думала, думаю, сейчас там что-то будет неизвестно. Там просто записали фамилию, имя, отчество, записали номер социального страхования. В общем, все документы опять же взяли, причем это вот не заходя даже вовнутрь, там... как закуточек такой, вот как обычно, как он? Фото, где фото делают? Нет, где фото, это я сдавала эти. Отпечатки пальцев? Да. А это, помнишь, он записал? То есть заходишь... А, как будто в коридорчике, как предбанничек как такой. Как предбанник, да, и там стоит вот эта вот стоечка, и он пригласил, то есть я тут на стульчик же села, он все это записал, сказал, вот вам адреса, вот такой список там. Буквально 5 минут, причем он дал адреса, где можно сделать отпечатки пальцев уже с ценами. В Mountain View столько-то, ну, буквально там, может, 5-2-3 доллара разница была между ними. Где тебе ближе, где тебе удобнее, может быть, по цене подходящие. В общем, мы как раз были в каком-то месте, помнишь, по-моему, в Mountain View. Мы в Mountain View сделали. Мы сунулись в какое-то одно место, там было то ли закрыто, то ли что-то. Да, и мы поехали дальше, сделали эти отпечатки пальцев, и потом там парень сказал, что буквально там 2 недели, и вам придет все по почте. Так вот случилось. Да. Все, это не вообще не сложно. Все пройти вот эти тренинги, как бы. Это, да? Это даже не тренинг, это тебе говорят твои права. На что ты можешь претендовать, как бы, а на что нет. И вот это дамы, сила. Все. Вообще, то есть вообще ничего. Когда пришли, что только на английском. Бумаги тебе пришли, тогда уже через какое-то время, не сразу зарплата начисляется, да, ты какое-то время ждала, пока. Но ты могла работать это время. Нет, я все это время работала. Вот. Оно сразу мне начислялось, но пришли первый чек-то ты ведь ждала, да, какое-то время? Пока заполняла таймшит, пока. Таймшит, да, да, вот да. Да. Ну,
настолько быстро приходит. Хотя говорят все, что они очень неповоротливые системы вот этого именно вот IHSS. Очень много там народу, она очень бюрократизирована вся эта. Ну, пока я, слава богу, не столкнулась ни с чем таким. Вот. Все четко, да? Пока да. Приходит пока, все четко. Да, все четко. Вот. Хотя есть, я знаю людей, у которых были задержки, задержки большие, приходилось туда звонить, дозванивать. Дозвониться туда очень сложно. Вот. То есть это огромная система, в которую как бы вот все, представляете, сколько народу там, да? Сколько пожилых, да, и да. За ними всем нужен уход. И многие так работают. И система очень неповоротливая. Ну, бывает у них, бывает. Я наслышана о таких историях. Ну, в общем, вот. Такая у тебя работа, а сама по себе вот с бабушкой как у тебя? Ничего? Привыкла, да? Ну, ко всему. Человек такая скотинка, что он привыкает ко всему. Вот. Ничего. Поначалу было трудно. Естественно, должна быть достаточно крепкая спина. Хотя в моем случае она у меня не крепкая. Ну, про работу, в принципе, все сказали. Да, работа обычная, то есть по уходу за пожилым. У меня был, в принципе, опыт, потому что я ухаживала за нашей бабушкой. Вот. За обоими. За обеими, да? Обоими, обеими. Все татар пробили. Ой, ну, в общем, да, про работу. Вот смотри, как интересно. Английский еще не выучила, а русский уже забыла. Да, так бывает. И что там нам еще, какой вопрос про работу, про жилье. Про жилье мы косвенно сказали, когда рассказывали про работу, что да. Есть жилье от работы, можно есть сказать. Есть видео о моем жилье. Угу. Я сделаю ссылку на него после. Угу. Вот, какой еще вопрос был? С кем живешь? Где муж-то твой? Муж-то мой. Муж-то мой, все. Ведь я же говорила, с мужем должна приехать. Да, да.